Друзья, продолжаем звонить. Вот у нас пришло, что Юля появилась в сети Лукашенко. Так, сейчас попробуем ей набрать еще раз. Все, звоним. Так, секундочку. Все, пошли гудочки. Вот бывает такое, да, что трубочку не берут. Так, ну смотрите, ребят, я пометила, что Юля, я отправлю смс, да? В настоящее время. Ага. Так, я помечу себе, что я Юле отправила, отправлю смс, да, то есть эту оставляю я поправочку, да, и двигаемся с вами дальше. Продолжаем позвонить ему. Так, сейчас у нас идет Навихин Александр. Так, 8951. Дальше. 105. Секундочку. Так. Так, 951. Так, неправильно. 054. 0187. Так, все, звоним Навихину Александру. В настоящее время абонент не может ответить на ваш звонок. Так, все, отмечаем, что отправить смс, либо найти, да, человека. Так. Так, Лиля у нас идет дальше. Лиля, это моя знакомая. Я ее приглашала. Все, сейчас ей наберу. Да? Поздравим тоже ее. Алло, Лилечка, привет. Ага, привет. Как дела? Удобно тебе говорить? Или ты на работе отвлекаю? На работе, ничего. А, нормально. Все, отлично. Лилечка, звоню тебя поздравить. Команда у тебя растет. Ты покорила вторую ступень. Товарооборот твоего интернет-магазина составил 13 804 рубля. Круто. Ты че? Серьезно тебе говорю? Ты думаешь, шучу, что ли? Нет, все, Скажи, пожалуйста, Лиль, я тебе скидывала в Одноклассниках видео. Что-нибудь получилось у тебя посмотреть, изучить? Я открыл, смотрела и закрыла. А, ну то есть так, полностью видео не просматривала. Правильно я поняла? Угу. Так, скажи, пожалуйста, а ты сама вообще каталог видела? Мне это не интересно. Ну, ты же мыл шампунь. Ты же мыл шампунь-то покупаешь, какая. Покупай лучше у себя в магазине, чем там в Рубльбом всяком. Я вообще в Райпо в магазине. В Райпо там чужим, в чужой карман деньги относишь, а это в свой. Я даже это. Я забыла, честно говоря. А, забыла. Ну смотри, давай я как сделаем. Я тебе в Одноклассниках еще раз отправлю, да, там твои данные, чтобы ты зашла, посмотрела. И как раз отправлю каталог, там посмотришь, полистаешь. Там, в принципе, сейчас шампунь хорошие, вот, большие идут, там мыло много всяких разных. Ну, вот я говорю, все, что нужно для дома, все равно же мы всякие Рубльбом Магнит косметиксы ходим. Теперь уж лучше у себя. Угу. Нет, конечно. Слушай, Лиль, у нас сейчас еще этот год объявили бриллиантовым, так что ты можешь, ну, уже активно включиться, да, если у тебя будет желание в течение всего года. Сейчас будет очень много инструментов вообще разных. У тебя команда-то уже большая, уже более 15 человек. Я же говорю, вон какой товарооборот твоего интернет-магазина уже составил. Ну, я говорю, как знаешь, я тебе по-простому, вот как у нас в капитале, то есть
Один из филиалов капитала выдал займы на такую-то сумму. Понятно. Да, то есть, ну, без тебя, как бы там работают люди. Вот, я тебе скину просто, как это работает, там, я говорю, ну, открой, посмотри, когда у тебя будет время. Нет, конечно. Я тебе просто все-таки рекомендую активировать свой кабинет, да, потому что как бы не факт, что сегодня-завтра там, я говорю, сегодня неинтересно, завтра в жизни все-таки такая, да, все меняется, вдруг станет интересно, будешь, начнешь развиваться, а команду в любом случае я буду строить, чтобы ты уже потом могла включиться, хорошо? Ладно, хорошо, Маша. Все, давай, Лиль, рад была тебя очень слышать. Давай, пока. Так, ну вы слышали, да, вот человеку неинтересно, если, говорит, не сложно, скинем информацию и все-таки активируем кабинет, да, будем на это работать. Так, Глунцова Оксана. Так, идем дальше, да, мы с вами. 8951. Так, 079. 24-35. Все, звоним. Так, Глунцова Оксана у нас. Алло. Алло, Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Удобно говорить, не отвлекаю вас. Оксана, меня зовут Мария, я вам звоню с проекта «Бизнес-модель 21 века» сотрудничество с компанией «Арифлейм». Помните такой? Да. Здорово, здорово, отлично. Оксана, звоню вас поздравить. Товарооборот вашего интернет-магазина составил 13 804 рубля. Вы уже с этого товарооборота можете получать доход. Скажите, пожалуйста, вас кто пригласил к нам в проект? Планшета. Ага. Ну, не помните, да? Да, не помню. Ничего страшного. Да. А, ну, отлично. Скажите, Оксан, а вы сами с какого города? Город Курск. О, здорово, отлично. У меня с Курска там тоже партнеры есть активные такие, вот сейчас появились. Тоже в вашей команде. А, все, все, отлично, отлично. Отлично. А что заинтересовало вообще? Подработку, потому что я теперь перехожусь. А, ясно. А сейчас как? Актуально? Ну, в принципе, да. Угу. Смотрите, Оксан, сейчас очень... Вы вообще что-нибудь изучали, что-то посмотрели или как-то просто выпали потом какие-то обстоятельства, не смогли изучить информацию? А сейчас уже можете, да? Интернет есть? Да. Тогда смотрите, Оксан, у нас сейчас очень классные инструменты появились. Вот я сейчас сама недавно получила свой рекрутинговый именной сайт, да, то есть упрощает очень работу. То есть очень многие, да, либо там мамочки в декрете, либо там вот учатся, либо с работы по найму совмещают работу в проекте. Ну, как-то я понимаю, времени нет. И вот сейчас дали как раз классный сайт такой, то есть просто кидаешь человеку, там все подробно написано, человек изучает, смотрит и уже просто заполняет форму, тебе заявка приходит на электронную почту. Как вам такой вообще метод работы? Да, вот я тоже согласна. Я вам тогда скину видео свое короткое, как вообще этот сайт получить, как он работает, как он выглядит. И скину видео о том, как пройти обучение на обучающем сайте, коуч-сайте. Оно стало тоже очень простое, прям пошаговое, знаете, там, ну, как по буквам. Хорошо? Да, хорошо. О, хорошо. А вы мне скиньте смс-очку и свою электронную почту, я вам все это вышлю. А вот смотрите, чтобы вообще начать получать прибыль вот со своего интернет-магазина, нужно делать товарооборот в своем интернет-магазине
150 бонус-баллов. То есть это 6 тысяч рублей за 3 недели. Как вам вообще такая сумма? Немного. Немного, нормально, да? Ага. Угу. Тогда, знаете, вот вы когда около компьютера будете, вот, чтобы мы смогли с вами либо по скайпу связаться, чтобы я вам вот показала все, что как работает. Ну, я понимаю, что мы скайпа нет, вы с планшета сижу. А, вы с планшета сидите. Да. Угу. Тогда, знаете, вот я тогда вам на электронную почту как раз отправлю видео функциональной задачи, то есть что нужно делать в этом проекте, в этом бизнесе, чтобы уже получать деньги, хорошо? Хорошо. Угу. А вы вообще, я так понимаю, на сайт заходили свой, да? Да, заходила, смотрела. Угу. Просто нужно будет активировать кабинет, вот как раз вот балл на определенную сумму, и пройти верификацию, чтобы вам компания разрешила начисление денежных средств. Потому что компания сейчас, ну, очень строго относится, чтобы там не просто люди, там, знаете, с улицы, а просто знали, что это именно тот человек. Тогда давайте я вам все материалы вышлю на почту. Вы когда сможете изучить, чтобы мы смогли уже с вами потом детально, вот предметно поговорить, когда вы уже все посмотрите, у вас будут вопросы какие-то. Угу. Тогда давайте, вы мне сейчас скидываете электронную почту, я вам скидываю все материалы и предлагаю тогда созвониться завтра вечером. Удобно будет? Ну да. Да. Так, вы напомните мне, пожалуйста, Курск, а не от Москвы, время у вас отличается или нет? Нет, не Московская. Московская. Тогда где-нибудь, да. Тогда в 7 вечера удобно будет? Все, тогда давайте завтра на 7 вечера мы с вами договоримся. Хорошо? Хорошо. На телефонный звоночек. Скажите еще, пожалуйста, Оксана, такой вопрос. А вы сами вообще чем занимаетесь? Вот, я просто мамочка в декрете, вот мне 34, у меня двое деток, а вы? Я тоже в декрете, мне 32. О, я трое деток. Круто, круто. Ну, вы мать героини, я на второго-то долго решалась. Ну, у нас тоже так же, да, второй. Я всегда говорила, я говорю, мама одного ребенка, второго никогда не буду. Ну, вот тут Бог дал, я говорю, я все-таки такой шаг, как аборт, никогда не смогу сделать. Ну, зато такой прекрасный сын родился. Ну, это вот так круто вообще. Ну, здорово. Слушай, Оксана, ну тогда на ты, наверное, можно, да? Ты не против? Ну, да, я не против. Ну, все, отлично. Тогда все, Оксан, жду почту твою, да, и завтра мы уже с тобой созвонимся. Хорошо, ладно. Все, рад была знакомству. Давай, пока-пока. А, давай, пока. Так, ну вот вы слышали, да, ребят, то есть я вот смотрю, человек на номере поставил блок даже, да, вот, то есть не может размещать заказы, видимо, она что-то тут тыкала-тыкала, да, но, и, видимо, натыкала не то. И человек, я так понимаю, на связь не выходил. Ну, вот сейчас настроение бывает разное, да? Вот. Спрашивают, как доход получать. Сейчас мы ее сохраним, да? Скинет она мне электронную почту. И мы уже завтра с ней созвонимся. Так, ну что, ребят, мы с вами двигаемся дальше, да? У нас тут следующая девушка, Свечкова Наталья. Так, 8951. Так, 310. Угу. 6219. Так, все, погнали. Сейчас мы посмотрим. Все, гудочки идут. Отлично. Так, насколько я помню, вчера я отсылала смс, она пыталась со мной связаться. Так, сделай СП. Так, ну все, отправим, значит, смс Наталье, ничего страшного, еще одно, да? Так, идет у нас следующее. Вот, она у меня сохранена, да, вчера я отправляла смс-ку, да, она пыталась со мной связаться. Поздравляла с тем, что она вышла на уровень премиальных 6%. Так, идем дальше.
следующая девушка у нас. 3, 2, 1. Да? 81, 47. Так, вот Оксана Глунцова у нас скинула всю информацию, да? Сейчас мы чуть попозже скинем все, что нужно. Так, номер абонента выключен, напишем, да? Так, попробуем ее найти, да, либо по почте, либо еще как-то. Так, Сярмина Наталья, это у нас активная девушка. Так, Тарасова Светлана. Это у нас хулиганка, не выкупила товар, она у нас живет в поселке Бресе, пришла через интернет, не выходила на связь. Ну, вот сейчас попробуем еще раз ей позвонить, да, посмотрим. Как говорится, все в жизни меняется. Сегодня было одно, завтра другое. Посмотрим, какое у нее сейчас настроение. Если что, отправим смс-ку, да? То есть, такую интригующую о том, что ты можешь получить сайт для работы. Ну, видимо, знает номер, не берет. Не будем думать, да? Может, просто не слышит. Абонент временно недоступен. Ну, ребят, да, ставим себе пометку, отправить смс. Так, двигаемся дальше. Предкакаша Никита, 9,7. Там, 960, да? 66,40. Все, погнали. Звоним. Двадцать три партнера у человека. Так, ну что, человек трубку не берет, да, скидываем смс, ребят. Номер не отвечает. Так, двигаемся дальше. Сейчас сохраним. Так, добавим ВКонтакт, да, может, он есть в Вайбере или еще что-то. Потому что все-таки не всех вижу, да. Может, у человека есть Вайбер или Телеграм, да, можно там скинуть информацию, чтобы там уже смски не тратить. Так. Идем дальше. Бычков Кирилл. У нас есть 918 на 9, 718 на 9, 75. Ну, вот, ребят, видите, да, то есть прозвонка занимает немного времени, ну, потому что не очень многие берут трубку, да, но с кем, кто берет, можно уже взять. Да? Можно даже повеселиться. Да, так вот. Алло. Кирилл, здравствуйте, удобно говорить? Да. Кирилл, меня зовут Мария Кузьмина, я вам звоню с проекта «Бизнес-модель 21 века» в сотрудничестве с компанией «Арифлейм». Помните такой? Да, помню. О, отлично, отлично. Кирилл, звоню вас поздравить с выходом на уровень премиальных 6%. Товарооборот вашего интернет-магазина уже составил 14 234 рубля. Вы уже с этого товарооборота можете получать прибыль. Я вас поздравляю с этим. Ага. Проект «Бизнес-модель 21 века» в сотрудничестве с компанией «Арифлейм». Что-то знакомое говорит вам об этом? Да это я понял, да, я знаю, но процессы называют. Я там вообще не работал даже. Угу. Ну, смотрите. Я работал даже. Да, я поняла. Ну, скажите, вас что вообще заинтересовало в проекте? Деньги. Ну, отлично, да, Я тоже вот в этом проекте деньги зарабатываю. Я сама индивидуальный предприниматель, мамочка в декрете, вот работаю через интернет, не выходя из дома. Деньги, Дмитрий заинтересовал. А, он сам заинтересовал? Ну, да, это сам предложил. Угу. Нет, ну а вам-то что самому интересно стало? Я не понимаю, почему вы мне там 14 тысяч говорите, если
что я там даже, ну, этот магазин даже не заходил ни разу. Угу. Ну, а как-то суть бизнеса поняли? Вообще что-нибудь изучали, какую-то информацию, которую вам Дмитрий скидывал? Или вообще ничего не смотрели? Да, конечно, смотрел, изучал. Ага. И как поняли, как мы здесь деньги зарабатываем, как считаете? Ну, сейчас, мне там не интересно, если честно, уже я нашел свою работу. А, работу нашли. Угу. Ну, работа сегодня есть, завтра нет, а бизнес у вас, вот смотрите, видите, вы даже ничего не делали. Всегда есть, спасибо, мне это вообще не интересно. Угу, угу. Ясно. А какую-то информацию могу вам скидывать периодически или вообще не хотите? Не, зачем мне это? Ну, бизнес, который можно передать по наследству и зарабатывать, когда ты не работаешь, а люди работают, вам не интересно на это? Все, давайте, всего доброго. Я вас услышала. Так, ну вот видите, да, человек. Неинтересно. Так и напишем, да, что неинтересно. Не понимает, откуда деньги пришли. Но и не хочет даже разбираться. Ну что ж, идем дальше, да, есть много людей, которым интересно. Они оказались у нас в проекте. 755-88-87. Так, все. Маслов Александр. Да, двигаемся дальше, ребят. Да. Алло, Александр, здравствуйте. Удобно говорить, не отвлекаю. Да, слушаю. Александр, меня зовут Мария, я вам звоню с команды «Бизнес-модель 21 века» в сотрудничестве с компанией «Арифлейм». Помните такой? Ага, ага. Все, отлично. Александр, звоню вас поздравить. Вы покорили вторую ступень нашей карьерной лестницы, вышли на уровень премиальных 6%. Товарооборот вашего интернет-магазина составил 14 234 рубля, и уже с этого товарооборота вы можете получать доход. Угу. Скажите, пожалуйста, что заинтересовало вот в нашей команде и вообще, почему решили присоединиться? Как все заинтересовало, сначала только вот, как бы, ну, мне интересно это все, как бы, ну, вот так вот, знаете, как объяснить, почему сама вот эта вот вся процедура, все это перебила. Неинтересно или интересно? Неинтересно, неинтересно, наоборот, интересно. Понятно, понятно. То есть сначала было, а сейчас пропал, да? Не, интерес есть, наоборот, интересно. А, все. А, все, все. А, все, все, классно, классно. Скажите, пожалуйста. Да, ну тут немножко связь так это ловит, у меня слова прерываются. Саш, на ты можно? Да, конечно. Скажи, пожалуйста, а ты вообще с какого города, кто пригласил? О, отлично. Здорово, здорово. Да. Пригласил, позвонил Дмитрий. Угу. И это самое, и пригласил, как бы, все это дело. Угу. Да. Понятно. А что изучил вообще? Что он тебе скидывал? Какие материалы скидывал? Я скидывал там материалы о том, что там, ну, а программы всякие разные, там, ну, как бы, все есть, там, не знаю, просто скидывал, и так я смотрел все его, там, А вообще что понял, что делать нужно? Понял-то, ну, надо это самое, побольше сейчас мыться, сейчас чуть-чуть там занят, вот сейчас интенсивнее мыться, но это все, и тогда буду как бы заниматься более плотно и индивидуально. То есть сейчас пока времени нет, я правильно поняла? Слушай, ну, Саш, смотри, я тебе вообще хочу сказать, сейчас 2017 год объявлен вообще бриллиантовым годом, вообще, то есть у нашей команды вообще, ну, грандиозные планы на этот год, да, вот людей, которые хотят вот прям выйти на доход 250 тысяч и получить автомобиль, да, премиум-класс от компании-партнер,
Ну, то есть прям вот будем мощно сейчас все инструменты давать, да, вот мне сейчас дали тоже классный инструмент, мой личный рекрутинговый сайт именной, да, вот стоимость его около 100 тысяч, а мне дали в подарок просто за хорошо проделанную работу. Я тебе знаешь, как сделаю? Я записала свое короткое видео, оно буквально 2 минуточки, то есть я там рассказываю про сайт и показываю, как он работает. То есть вот как раз я понимаю, ты так занят, да, сейчас у тебя там не очень много сильно времени, но вот он тебе упростит тебе работу, просто, знаешь, вот людям, которые заинтересуются, просто будешь скидывать свой сайт, там все понятно, просто написано, человек заинтересуется, просто зарегистрируется там, да, и тебе уже автоматом заявочка на почту придет. Как тебе такой вариант работы вообще? Вот, тогда знаешь, как сделаем? Я тебе скину вот это коротенькое видео, и там я как раз рассказываю, что нужно сделать, чтобы этот сайт получить свой именной. Угу. Когда можем с тобой потом созвониться предметно, чтобы уже поговорить о том, что ты будешь делать, чтобы этот сайт получить? Ну, можно завтра позвониться вечерком. Во сколько? Да, часиков 7. 7. Так, напомни, пожалуйста, Воронеж по Москве, у них разницы есть, нет? Нет. Так, ну смотри, Саш, давай знаешь, как сделаем? Давай я тебе в 6 наберу, потому что все у меня звоночек уже назначен на завтра. Хорошо. Ну все, тебе куда скинуть информацию вот эту, видео, как скинуть тебе? Ты где, в какой соцсети есть вообще? ВКонтакте есть. ВКонтакте. А как я тебя могу найти там? Александр Махов. Так, Саш, знаешь, как сделаем? Я тебе сейчас скину свою ссылочку на ВКонтакте. СМС-очкой, ты мне тогда добавься в друзья, я тебе скину все материалы, которые тебе нужно посмотреть, и мы уже завтра с тобой предметно свяжемся. Хорошо. Все, рад была знакомству очень. Я тоже. Угу. Саш, я тебе номер свой скину основной, там, МТСовский, если есть, ну вот вы видели, да, там человек, как интересно стало, что даже. Так, запишем номер. Ну, вы все слышали, да, ребят, человеку интересно, просто вот бывают какие-то моменты, да, то есть скину ссылочку на соцсеть, вот сейчас сделаю себе пометку, предметно уже поговорим с человеком, да, завтра 18:00. Сейчас добавлю его в контакт, да, тоже, Александр Маслов. Так, ну а мы, ребят, двигаемся дальше, да, еще осталось парочку человек, которые у нас новые результаты 6%, да, идем дальше, Фролова Татьяна, Таня у нас в поселке Брест зарегистрировалась, но потом меня добавила в черный список, такое тоже, ребят, бывает, не огорчаемся, да, то есть звоним человеку, потому что, может, настроение было не то, еще что-то. Вот все, Таня Фролова. Она мамочка в декрете у нас. Так. Звоним. Ну, посмотрим, возьмет, не возьмет трубку, да, пообщаемся. Алло, Танюш, привет. Привет, кто? Это Маша Кузьмина, удобно? Привет. Ты по поводу Альфа-Эма, муж не разрешает вообще. А-а-а. Ничего. Понятно. Ну, я тебе звоню поздравить, в принципе, Танюш. Сказать, что у тебя уже выросла огромная команда, 25 человек, товарооборот твоего интернет-магазина составил 15 тысяч, ты уже можешь с этих 15 тысяч получать доход. Я ничего не делала сейчас. Ну, я же тебе объясняла, что в этом бизнесе ты одна... Ты меня зарегистрировала, но да. Ты говорила, типа, если там надо тебе, активировать самой. Я же не активировала там ничего. Ну смотри, активируешь кабинет, а ты просто делаешь покупки для себя. Но бизнес строится не на покупках для себя, да, то есть бизнес строится именно на организационной. То есть мы за тобой выстраивали команду.
То есть даже если ты не работал, но за тобой команда в любом случае выстраивалась. Вот люди были, да, вот я сейчас созванивалась там и Воронеж, и Курск, да, у тебя вот команда, видишь, какая по всей России практически. Эти люди все в твоей команде. Ты их можешь посмотреть у себя в личном кабинете. И вот они делали покупки в разных городах России. И все эти покупки, да, кто-то там на 100 рублей, кто-то на 1000, кто-то на 3000, кто-то на 6000. И все эти покупки суммировались, да, и был групповой товарооборот, который идет к тебе в интернет-магазин. И вот с этого группового товарооборота ты уже, в принципе, можешь уже получать доход. Вот таким образом. У нас сейчас очень много инструментов. Ну, я думаю, там заниматься он тебе как не разрешает. Он тебе, наверное, чтобы ты боится, что ты деньги туда будешь относить впустую, а ничего не получать. Я правильно понимаю? Ну, наверное. Ну, просто я, знаешь, как бы сказать, Алисуэм не заказывала никогда себе косметику. Угу. И, ну, не знаю, не нравится. Я вот Эйвон заказывала, заказываю и сейчас себе, а Алисуэм не дружу вообще. Ну, как-то не пробовала и не знаю как-то. Ну, вот... Потому что все как бы Алисуэм. Угу. Все уже, наверное, сейчас только этим занимаются. Ну, смотри, то есть я тебя не приглашаю там дешевле умываться, да, там... Я тебя приглашаю деньги зарабатывать, еще раз говорю, то есть, ну, как ты говорил, да, ты просто не попробовал, я говорю, есть какие-то товары, которых ты в Эйвоне не покупаешь, ты вот, например, там, зубную щетку, зубную пасту, там, расческу, ты в Эйвоне покупаешь? Нет. Нет. Ну вот, а это все есть в твоем интернет-магазине, ты можешь вот это вот у себя в интернет-магазине покупать? Ну, а там заказ надо сделать, как выиграть твой муж же вроде, да? Да, да. Ну, объяснил мне то, что заказ надо делать как-то 2-3 недели, да? А... На какую-то определенную сумму. Просто я на 1,5, по-моему, или он мне сказал, или на 1000 рублей, просто мне там нечего брать на 1000 рублей, или на 1,5 каждые 2-3 недели. Ну, смотри, Танюш, как бы этому всему, то есть мы обучаем. То есть для начала тебе нужно просто активировать кабинет любым балловым заказом, да, вот я говорю, ту же самую щетку, пасту там, да, щетку там для обуви, может там жидкость для снятия лака, лак какой-нибудь, да, то есть взять у себя в интернет-магазине, чтобы просто активировать кабинет. Всему остальному вот этому мы обучаем, есть обучение у нас в режиме онлайн, то есть за это мы деньги тоже не берем, у нас есть еще обучающий сайт, где тоже все это расписано, за это мы тоже денег не берем, да, ты просто можешь сидеть обучаться. А уже потом, когда уже научишься этому, то есть, чтобы вот то, что твой муж боится, да, чтобы ты там деньги выложишь, у тебя весь дом косметикой будет завален, да, и будет раздражение вот это, что деньги непонятно куда. Я говорю, я категорически против таких вещей, то есть я и всем говорю, ни в коем случае не надо делать, да, то есть давайте это, вы будете себе заказывать то, что в любом случае купили бы там в Рубльбуме или в Магнит Косметикс там или еще где-нибудь, да, а вот именно как делать тот товарооборот, чтобы получать доход, уже будем обучаться вместе, да, не нанося там урон семейному бюджету, да, и, ну, семейным отношениям. Как тебе такой вариант? Ну, нормально, конечно, не знаю, поговорю я с ним сегодня. Угу. Так, вот, поговорю сейчас. Ага. Тогда знаешь как, давай я скину тебе видео, так, ВКонтакте ты меня в черный список добавила, я там не могу тебе скинуть. А, муж добавил? Ну ладно, ничего страшного там. Ну я тебя уберу сейчас. Ага, хорошо. Давай, знаешь, как сделаем? Я тебе просто скину видео, это мужской вебинар, как раз вот, пусть муж посмотрит там, или коротенькое видео, да, как деньги зарабатываем у нашего наставника, вот Эдуард с Натальей Васильевой. Вот они сейчас в этом каталоге закрывают исполнительного директора, получают чек на 24 тысячи долларов. Вот мы едем в Чебоксары в это воскресенье чествовать их, да, поздравлять. Я тебе просто скину короткое видео, да, его, как мы зарабатываем сейчас. Ну, я просто скажи, слушай, я там, с меня денег не берут, я обучаться буду бесплатно. Сядь, пожалуйста, 24 минуты со мной посмотри. Там 24 минуты, в принципе, они такой погоды не играют. И скину тебе видео, как зайти на обучающий сайт. Вот ты тоже на этом сайте есть, да, вы можете с мужем вместе на этом сайте полазить, да, я тебе доступ открывала. И посмотреть, он там может все посмотреть, изучить, там все прочитать, да, то есть за это же за него никто деньги не возьмет. Угу. Хорошо? Ладно, хорошо, сейчас я зайду.
Да, все, Танюш. Открою тебе тогда я сам. Все, давай, рада была слышать. Тогда завтра созвонимся. Ну, видите, да, вот, то есть человеку самому интересно, но вот выяснилось, что там муж что-то не разрешает. Ребят. Так, идем дальше. Так, Руслан. Руслан тоже. У нас, я его приглашала, он мой знакомый. Да, ну, он все говорит, времени нет. Сейчас посмотрим, как у него дела обстоят. Что-то у нас не пошли гудочки. Ничего не пойму. Так, попробуем другой. У него два номера. Да. Алло, Руслан, привет. Привет. Чего, как дела твои? Ой, ничего, уже лучше. Ну все. Уже лучше? Это говорит о том, что мы уже с тобой можем предметно поговорить? А? Это говорит о том, что мы с тобой предметно поговорить уже можем? Можем. О. Сейчас можем. Все, отлично, отлично. А то прям нас, ты на суше, ты на море, мы не встретимся никак. А? Ты на суше, ты на море, я на море, мы не встретимся никак. Да, да, да. Все никак, вот вообще. У меня насыщенная жизнь сейчас стала. Ну-ка. Что? Что насыщенного в ней, делись? Ой, вообще, куча гостей, куча дел разных. Я тоже думал, ты женился, дети у тебя там семеро по лавкам. Так, не надо мне, такого пока. Понятно, понятно. Я пока это подержусь. Ага. Слушай, Руслан, ну хочу спросить, ты как, у тебя получилось вообще видео посмотреть? Хоть там чуть-чуть начал, кусочек хоть посмотрел? Нет, может честно признать, нет, обмануться я не хочу. Мне не надо. Новогодние праздники, все, короче, тоже прям этот, просто времени нет. Понятно. Я вот ВКонтакте так он нет-нет завожу, хожу, а так как, чтобы предметы посмотреть уже для меня тяжело. Ясно. Слушай, ну, Руслан, я тебе сейчас могу сказать, что у нас 2017 год объявлен бриллиантовым годом, да, то есть у нас вот сейчас заточка на всех людей, которые хотят вот активно развиваться и выйти на доход от 250 тысяч рублей и более, то есть все инструменты, все вот там плюшки, знаешь, все фишки. Вот сейчас нам за хорошо проделанную работу дали сайт свой личный, рекрутинговый, ну, понимаешь, да, сайт вообще свой, грамотно оформлен, дорогое удовольствие. Да, вот нам сейчас дали всем таким активным партнерам, дали именные рекрутинговые сайты, то есть вообще с фишками, да, ну, как раз вот для людей занятых, да, очень удобно. Мамочки в декрете, те, кто работу по найму, те, кто бизнес там свой ведет, что просто заинтересовавшимся людям скидывать, получается, этот сайт, да, там человек посмотрел, все изучил, просто оставляет заявочку и на почту уже приходит. Как тебе вообще такой инструмент для работы? Подумать надо. Слушай. Нет, это интересно, конечно, не спорю, просто, видишь, надо заняться этим, но пока у меня, может, честно, ну, на это время не очень-то много. На этой неделе я точно никак еще даже посмотреть, прийти или даже не смогу, потому что сейчас у меня тоже человек может заехать, там, общаться. Машину еще там ремонтировать, короче, вообще. Ну смотри, вот это видео по поводу нового сайта, оно буквально 2 минуточки. Я специально его короткое сделала, да, ну, потому что, понимаю, там 30-40 минут. Да, 30-40 минут, там, ну, долго смотреть. Давай так сделаем. Ну, я так понимаю, на этой неделе у тебя времени нет вот предметно посмотреть. Лучше на следующей неделе. Давай, когда на следующей неделе с тобой созвонимся? Ну, давай 3 недели. В среду где-то, да? Да, да, да. В первой, второй половине дня. Во второй. Где-то в часиков 3 также, да, вот 4. Ну да, 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 где-то так лучше. Все, давай, Руслан, тогда в среду. Я себе ставлю пометочку, я тебе вот где-то вот в 3.30 также наберу. Хорошо. Все, рад была очень слышать, ты в Брест-то приезжаешь. Как Новый год у тебя? О, отлично, отлично, вообще супер. Мы вот сейчас вот у нас 29-го будет масштабное мероприятие, форум предпринимателей. Наши наставники получают чек на 24 тысячи долларов. Ну, большое количество предпринимателей соберется. Будут чествовать всех предпринимателей, которые открыли в этом году ИП, вот меня тоже. Молодец. Да, так что вот
Будет большое событие. У нас тут один билет остался, 350 рублей в зале филармонии. Ты как? Не знаю, какого числа? 29-го, в это воскресенье. А, в это нет. Нет. Могу. Ну все, давай тогда предметно с тобой созвонимся в среду. Да, я тебе еще раз перекину видео, вдруг до среды успеешь посмотреть и пообщаемся тогда уже. Все, ладно. Все, рад была слышать, давай, до связи. Так, ну вот, ребят, да, слышали, вот, и про то сказали, и про это сказали. Так, у нас работала напоминалка, ребят, да, я вот все ставила, что Ирине Ереминой надо позвонить 13:30. Сейчас мы ее найдем. Да, недавняя Ирина Еремина. Так. Ну все, звоним, да, то есть сейчас я вспомню. Это у нас 3%. Ну, вот, ребят, может, некогда было. Так, у нас еще осталось. Так, 5 человек с вами. По этой ветке. Да. Двигаемся с вами дальше. Так, Саулина Ольга. 7, 9, 2, 7. Там, 9, 7, 1. 17, 24. Так, звоним. Сейчас. Абонент занят. Попробуй. Видите, абонент занят. Перезвоним. Так, Григорьев Евгений, 903. Так, это у нас такой человек очень публичный. Так интересно, он попал ко мне в команду. Вечно занятой. 91. Так, позвоним ему. СС на мишинке. Посмотрим. У нас, по-моему, ведущий, да? У него очень много друзей ВКонтакте. Так, ну, не берет трубочку, да, скинем какое-нибудь интересное видео, да, типа бриллиантового времени. Поскольку человек такой, да. Сейчас позвоним еще Надежде. 301. Так, 14:80. Ну вот, абонент недоступен, да. Так, занято. Здесь абонент недоступен. Отметим. Так. Очень интересной девушке сейчас будем звонить, да, Гончарова Екатерине. Она у нас сперва активно начала, потом добавила черный список. Поэтому тоже такая интересная девушка, да, сейчас пообщаемся, посмотрим вообще, что за человек, ребят. Алло. Алло. Так, кто-то взял трубку, но молчит. Давайте попробуем еще раз.
Ну, видимо, Катя узнала меня по голосу, да? Я так понимаю, трубку не берет. Ну, мы им скинем смс, что команда у него выросла. Товарооборот стал такой-то, да? Так, еще одна очень интересная девушка. Хрусткова Светлана. 26 628 40 87. Так, ну все, поехали. Последний человек в нашей группе. Так, ну вот слышали, да, ребят, человек номер не берет, да, ну поэтому скинем смс, да, человеку. Вот таким образом, ребят, прошла прозвонка, да, вот сколько здесь человек было. Где-то человек 30, да, мы прозвонили, вот видите, кто-то взял трубку, кто-то не взял, да, с кем-то предметно поговорили. Сейчас буду отправлять информацию, да, кому, на какую информацию договорилась. И вот таким образом. Ну что, всех рада была слышать, надеюсь, была полезна. Дайте потом обратную связь. Всех люблю, всех целую, пока-пока.